Уровень воды в реке Березовка начинает снижаться. За сутки он уменьшился на 17 сантиметров и составил 1108 при критической отметке в 1000. Однако в селе Березовка подтопленными остаются 34 дворовые территории и 7 социально значимых объектов. Ущерб, нанесенный паводком, в скором времени оценит специальная комиссия, которую организовали в районе. Также в селе продолжают работать оперативные группы МЧС и спасателей. Доставлено в поселок Березовка 2200 тонн имущества, также продовольствие, доставлено дезинфицирующие вещества, доставлены хлебобулочные изделия, а также фрукты и овощи. В целом обстановка на территории Среднеколымского района и поселка Березовка стабильная, управляемая. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории Среднеколымского района сосредоточена группировка более 200 человек, а также 150 единиц техники.